Привет, друзья! Пару слов о перчатках Флис от компании Сплав. Как понятно из названия, это флисовые перчатки для прохладной погоды. И они в некотором смысле универсальны, поскольку подойдут не только любителям аутдор отдыха, но и будут отлично смотреться в городских условиях. Размеры массы перчаток настолько малы, что их можно сунуть в карман даже на всякий случай. Вообще, флис давно завоевал себе авторитет среди любителей активного и не очень активного отдыха. Перчатки из такого материала хорошо дышат, согревают даже во влажном состоянии и быстро сохнут при намокании. К особенностям именно этой модели можно отнести эластичную манжету, которая позволяет заправить рукав одежды внутрь. Но в то же время манжета сама свободно прячется в рукав. На внутренней стороне манжеты имеется полоса с наименованием производителя. Это не просто декоративный элемент, а специальная вставка для удобства надевания перчаток. Резинка на внешней стороне запястья способствует более плотному прилеганию перчатки к руке, при этом не сдавливая и не нарушая кровообращение кисти. Данная модель сшита так, что позволяет заниматься деятельностью, связанной с мелкой моторикой. Поэтому заменить флешку в экшн-камере или достать спичку из коробка, чтобы развести костер, вы сможете, не снимая перчаток. При эксплуатации следует помнить, что флисовый материал легко прожигается искрами костра, поэтому сушить их над огнем следует с осторожностью. Но даже если вы каким-то образом испортили перчатки, то расстраиваться не стоит, ведь цена на них более чем доступная. А посмотреть цену вы можете, перейдя по ссылочке в описании к видео. Спасибо за просмотр и теплых вам рук со снаряжением от компании Сплав.